правда, что каждую неделю агентство выдает карманные деньги моделям? Почему так и какую сумму выплачивают, сейчас я вам все расскажу. Раз в неделю моделям нужно приходить в офис своего агентства и получать карманные деньги, или как их привыкли называть, pocket money. Но перед этим нужно будет взвеситься и измерить стандартные параметры. Эта процедура обязательна, потому что по контракту предусмотрены штрафные санкции за выход из параметров. Платят нам каждую среду примерно 2500 бат. Что перевести на рубли, чуть больше 7000 рублей. Каждую среду я с удовольствием иду в агентство для того, чтобы получить pocket money. Как вы считаете, достаточно ли этой суммы на неделю? Будет интересно почитать ваше мнение.